Всем привет, ребята, и сегодня мы поиграем в Hypixel Size, да, и в принципе, окей, так, мне не повезло, да, так, надо убить курицу, да дайте мне убить, вот, все, я убил, в принципе, так, есть, я вроде бы его ударил, наверное, а может быть и нет, в принципе, да, я играю на Hypixel Size, да, и на всех Hypixel, да. В принципе, я думаю, вы и так это поняли, да, и в принципе, я, кстати, первый зачаровал меч, да, и в принципе, ребята, окей, так, нам надо не уметь от ТНТ, да, ролики каждый день вряд ли будут выходить, но, может быть, иногда будут, да, всех, кстати, с майскими праздниками, да, и в принципе, как-то так, так, я, кстати, не понял сейчас прошлое задание, которое было, так, все, давай я тебя, может быть, столкну даже. Да, и это у меня получилось, окей. Я на втором месте, кстати. Так, это неплохо. Сейчас вот так вот сделаю. Как-то медленно это делаю. А раньше у меня быстрее получалось. Так, на втором месте, ну, окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это самое опасное. Жалко то, что за это дополнительно каких-то очков не дают. Может быть, и дают, я не замечал. Так, ты... Так, о, первое место, нифига себе. Так, сломайте землю. Окей, сейчас землю сломаю. И я не помню, на каком месте, но, в принципе, ладно. Так, пока что постреляем в это, да. Такое вот задание. Ну, второе место, я думаю, у меня обеспечено. Может быть, даже первое будет, но это не точно. Мне кажется, второе будет. Потому что осталось всего лишь чуть-чуть игр. Да, ого, первое место. Я на первом месте, кстати, нахожусь сейчас. Окей, это очень круто. Так, ой-ой-ой-ой. Сейчас мало травы, мне кажется, сублю. На второе место. Так, ну, окей, так, давай-давай. Все, я ее приучил первый. Может быть, даже и первое место получу, но это не точно. Себя, окей, я понял. Так, все. Опять второе место. Ну, все, наверное... Да, у меня будет второе место, но, в принципе, тоже неплохо, да. Я напишу ГГ. В принципе, начинается наш второй раунд, и, в принципе, окей, да. В принципе, давайте наберем под этим роликом 4 лайка, даже не 5, да. Ну, как бы окей, да. Всех уже спасибо за 18 подписчиков, и, в принципе, окей, да. Как-то так, да. Ага, да, окей. В принципе... Ага, я первое место получил. И выпить зелье отравления, окей. Я первое место получил, потому что кто-то провалил работу. Да, окей. Ага, ну. Так, ну, у меня пока что первое место получается вот здесь, да. Пишут. Так. Все, пожалуйста, все забегите алмазом, и все. Забегите все. Да. В принципе, как-то так. Да. Так, все, сваливаем. Давай! Ну, блин, у меня никогда не получается первое место получить. Потому что то свинья как-то, я не знаю, не любят свиньи. Они иногда медленно, иногда быстро могут поехать, да. Ну, в принципе, так, окей. Все, второе место. Блин, ну все, я на третьем, в смысле на третьем? Ну ладно, на втором уже. Так, забраться на центр, ну это будет, думаю, просто. Так, первое место, окей. Как-то так, да. В принципе, хорошо. Так, снять зельку. Второе место. Ну, у меня опять второе место будет, да, скорее всего. Не знаю, как на самом деле получится. Так, восстановитесь, окей. Сейчас восстановлюсь. Так. Все, теперь можно хилиться. Нельзя здесь быстро просто это все делать. А то здесь такой баг был, и сейчас есть. Ну, наверное, и сейчас есть. Просто когда ты все сразу выпиваешь, то... Но потом перестает действовать, да. У меня первое место. Ну, деревья умею садить, да. И, в принципе, окей, так. Иди сюда. На, я тебя вообще столкну. Вот. Все, меня тоже столкнули, окей. Так, что-то сыграть надо. Я что-то играю, правда, у меня нету звука. То есть я тоже не слышу. Вы, наверное, вообще не будете Майнкрафт слышать. Но, может быть, и будете, я не знаю. Это моя тактика. Кидать вот сюда пёлы. Ниже. Да, вот.
Один такой энергопилот сюда поставлю. Пожалуйста, давай. Блин, ну вы серьезно? Так, ну, в принципе, ладно. Вы что все так бегаете? Так, все, второе место я получил, можно 5 ГГ написать. Вот он наш последний раунд, и, ребята, сейчас появится подсказка, то есть вы можете сейчас, как бы, так, подождите, что? Голд мечу отдачу, сейчас, секунду, быстрее, все, да. В принципе, ребята, сейчас появится, ну, прям сейчас появится эта подсказка, да, и... Как бы решите, что сделать, прохождение карты или мини-игры снять, да. Может быть, летсплей с модами, может. Я не знаю, что я, конечно, потом сделаю уже, да. Подсказка как добавлю, да. А? Вы видели? Подождите, я не понял. Вы видели, что сейчас происходило? Я ждал железа, но оно просто не переплавилось. Ну, или там. Там железо было, я на самом деле, может быть, не заметил, да. Блин. Блин! Капец. Нельзя на него вставать. Окей, да. Целое одно очко я получил. И, в принципе, сейчас получу еще целое одно, да. Супер. Окей. Так, ну, это я умею, да, все я сделал. Могу еще одного, мне уже не разрешают, окей. В принципе, ладно. Да, первое место. Я опять в топ-3. Так, окей. Алмазная руда. Все, отлично. Сыграть мелодию. Я просто буду вот так вот кликать, вот так трясти еще экраном. В общем, у меня рука дергается, блин. Хил выпить надо, окей. Первое место, неплохо. Но я буду, наверное, опять на втором месте, может быть, на третьем. Мне просто... На втором месте я точно всегда есть. Очень часто. Ну, то есть, всегда я в топе. В топ-3 нахожусь. Да. Это просто легко по мне. Да, о, я первое место получил, все провалили. Да, в принципе, ладно. У-у-у, есть, я сейчас первое место получу, наверное. Да, возможно. Это возможно. Чувака в комбо завел, окей. Так, беги. Давай. И я, естественно, первый принес цветок, да, и сейчас будет, наверное... Вы что, издеваетесь? А почему мне не дали 2 очка, а одно дали? Ну, в принципе, подстава, да. В принципе, как-то так я получил везде. Просто второе место. И, в принципе, ребята, окей, да. На этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, цените видео. Всем спасибо. Пока-пока.